Здравствуйте, это наша любимая игра Клондайк. Итак, сегодня два обновления. У нас появилось первое вот это такое вот постоянное и временное. В этот раз у нас заброшенное ранчо, которое нужно расчистить желательно за 6 часов. И тогда мы получаем уникальную декорацию с полезными крафтами. Самые быстрые получат. Ну, естественно, на самое быстрое мы не рассчитываем, но нам хотя бы как-нибудь. Так, ну что, поехали. Ой, что-то я... Мы сегодня ждали обновления очень долго нам обновляли, но игра должна корни измениться. Вот такое вот у нас заброшенное ранчо. Ну что, начнем? Поехали. Полетели. Доступно, конечно, 6 дней еще и 2 часа. Ну, конечно, они неправильно поступили в том плане, что мы получили намного позже обновление, чем должно было быть, а по времени оно никак не изменилось. И вот это ставлю сразу компаньону. Ой. И смотрим. Выгружаемся. 135 ставлю компаньону. И еду с энергетиками. Все, энергетики я привезла. Можно оставить комбо и приступать. Дело в том, что я понимаю, что один раз будет мало. Так, что нужно? Пока мы там... Собрать урожай яблок, груш, покормить лошадей, пони и все. Ну, в принципе, я думаю, что всегда успевала. Почему в этот раз нет? Должна успеть. Слишком много есть мы не будем. Будем есть медленно и уверенно. Нет, быстро и уверенно. Медленно в этом случае есть нельзя. У нас марафон. Ну, нашлись первые наши животные. Их надо будет покормить, но пока еще не обнаружено чем. Но все впереди. Я на острове уже целых 2 минуты. Так, это у нас 30. И побежали. Сейчас пока мечту. Цель пройти как можно больше изначально. И все вот эти вот большие камушки первоначально ставить компаньону. Не заострять на них никакого своего внимания. А потом уже, когда увижу, что уже часть расчищена и скопилась помощь, вот тогда уже, ой, приниматься за их расчистку. Пока они меня никак не должны волновать. Так, 95 я вообще не ставлю. Это глупо в данной ситуации. Тут у нас тоже, видите, бережок, который мы должны проходить. Ну, начинает определяться у нас уже растение постепенно. Так, глядишь, и первое животное накормим. Главное, что много есть. Так, это у нас по 50. 50 это не так страшно. Сейчас мы определимся. Так, 40. 50. Поехали. Так, 75. Я пока не трогаю. Ничего такого не трогаю. Просто иду. Кстати, мы с вами даже не обратили внимания на размеры этого острова. Когда были лабиринты, хотелось назвать его островом. А в этот раз прям хотелось сказать лабиринт. Хотя это совсем... Ой, я уже уголек нашла. Уголек тоже хорошо. Так, 40. Тут, видите, у нас идет, как обычно, бережок, вдоль которого надо следовать. Так, давайте посмотрим, есть 40 штук или нету. Ну, думаю, что да. Первая ушла. Что она нам дает? Ну, ничего так особенного. Ну, дает энергетики, между прочим. Как ни странно. Так, вот этот я уже уберу, кустик один. Так, а что там у меня с помощью? 135 маловато будет.
Так, по процентам, конечно, даже глупо смотреть, сколько я расчистила, потому что я только приехала. Как говорится, только начала. Что-то да есть. Так, 75 мы не трогаем пока. Ну, по идее, вот учитывая, вот зная, как говорится, как они нам ставят, если остров изначально мы начинаем чистить, мы так вначале видим большие камни, это признак того, что на острове больших камней таки хватает. Ну, к тому же, навряд ли бы они нам дали марафончик, такой легкотня называется. Ничего сложного. Они нам подарочки готовят, серьезные. Чтобы нам не было скучно. Чтобы мы не говорили, что очень-очень просто играть. Ой, вот это вот перепух, они мне будут выкачивать когда-нибудь. Вот эти вот резкое такое движение, и появляется купи. Минут полет нормальный, 6 минут уже. Так, 6 минут полет нормальный. Так, я, наверное, знаете, что сделаю? Я, наверное, сделаю маленькую паузу, немножко пройду, и потом мы продолжим, потому что, ну, естественно, я не хочу делать вам 2-3-часовое видео, это просто не, ну, скажу я вам, жестоко, правильно? О, это уже 60. Странно. Ага, значит, такие камни есть и по 50, и по 60. Надо просто присматриваться, чего и когда и как, по большому счету. 95, конечно, надо сразу убирать, наверное. Хотя нет, мы договорились, что пока немножко пройдем. Бережку. Мне этот остров, вот именно карта, вот это вот расположение какое-то напоминает. Что-то у нас наподобие уже было, скажу я вам. Они просто наполнение меняют и задания меняют. А острова очень часто повторяются. Так, это я так поняла, что я дальше не пройду или пройду? Не почищу большое. Не, я могу, конечно, убрать. Это что у нас? 65. Ай-яй-яй, 52. Что-нибудь придумаем. Давайте вам 65. Раз надо, значит надо. 11. Так, поехали. Ну, видите, пока весь вот, если вас не интересует именно стопроцентная расчистка, то в принципе мимо больших камней пройти таки удается. Это что у нас? Это 50. Так, есть. Жаль, компаньон мой пока еще не появился, но я жду, она уже на подходе, я так думаю. Немножко больших камней убрала сама все-таки, чтобы пройти дальше благополучно. И ничего не... Хотя можно было обойти. В принципе. Кстати, остров маленький не назовешь. Ну, такой средненький, скажу я вам. О, голодное животное. Уходи. Ну так накормить. А, не хватает еще груш. Ну ладно. Жди животное тогда, когда груша появится. Случае. Так. У нас тут здание какое-то. Так, идем туда сюда. К этому зданию. Думаю, правильное направление выбрала. С компаньоном вроде договорились вместе. Она сказала, что она подсоединится. Я начала. Но пока
этого не случилось. 43. Вот 65 давайте уберем. Так, где я там еще что хотела убрать? Пока 43. 93. Опс, 49. Многовато будет. Дикие яблоки у нас тут растут. Не знаю, как у кого, но у меня игра глючит. Компаньон ставил помощь, она не отображалась, пока я не перегрузила игру. Иногда ставлю выбивать, а она просто стоит и чего-то ждет, а время-то идет. Как-то так у них не очень зашла эта обнова. Тут время, понимаете ли, надо стараться. А не ждать, пока она там решит что-нибудь повыбивать. Короче, прошло у меня уже 32 минуты. Сейчас давайте, сейчас я выполню на все свои поставленные задачи. И посмотрим. Этот кусочек добью. И посмотрим, сколько же это процентов. Исходя из этого, можно будет судить, насколько остров густо заставлен растительностью или нет. Давай, девочка, бей. Будем смотреть. То, что больших камней много, это вы уже поняли. Тут вот, допустим, смотрите, на этот угол тут вообще кустик на кустике, кустик на кустике, без остановки. Ладно, смотрим. 19%, но это вообще ни о чем. Это очень мало. Так, бедное животное. Покормить пока нечем. Но обязательно найдем чем со временем. Не все сразу. Тут еще кустик пропустила. Ой-ой-ой, не поела. Где у нас тут кустик? Кустик. Кустик, кустик. Так вот, видите, я чуть-чуть прошла, только вот на этом вот и дочищаю. Дело в том, что уже дальше не бегу. Сначала я бежала, убирала только мелкие, потому что ждала компаньона. Компаньон в игре. Ну, теперь можно просто чистить, а не выбирать. Тем более, все равно чистить все. Итак, наше видео длится 14 минут, но это не так. На самом деле прошел час. Ну и давайте посмотрим, что мы с компаньоном расчистили у меня за 1 час. А расчистили мы 36%. Ну, скажу я вам, не густо. Очень-очень мало. Ну, я так думаю, что в принципе мы должны успеть. Ну, часа 2 здесь еще придется поиграть. До полной победы, естественно. Ну, такая вот у нас ситуация. Не все так быстро, но это марафон. Я надеюсь, что мы справимся. Ну что ж, процесс таки идет медленно и уверенно. Только что убрал еще уголек на 150, и на один уголек стало меньше.
Ну, убирать, скажу я вам, тут еще и убирать. Энергетиков уже ушло немерено. Я не знаю, сколько тут надо было энергетиков, но... Ой, 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 я не туда нажала. Понадкусывала немножко. Ну, вот такой вот у нас, видите. Фактически топчусь на месте, можно сказать. 43, 93, поехали. Поднять, пока поднимается. Дальше. И все. Минус еще один уголь. Раз, два, три. Вот я не знаю, я, наверное, как-то так вот неравнодушно дышу к большим камням. Говорила, что не буду их выбирать в первую очередь. Но машинально начинаю на них охоту. Так, этот я поставлю компаньону. Есть. Ты тоже поставлю. Тут проходик закрывать. Вообще мне надо было не туда двигаться. Еще туда пошла, даже не знаю. Я хотела идти к зданию в этом направлении. Тут какой-то домик. Че я пошла туда? Не знаю. И, кстати, может, я уже могу покормить животное. Проверим. То бедное, да, еще одно голодное животное ушло довольным. 40, 50, 90. Так, а сколько же у меня животных осталось? Что-то я их не вижу. Ладно. Сюрприз будет. Опять собиралась в одном направлении, пошла в другом. Но то, что я увидела, это, конечно, здорово. Обратите внимание, сколько тут по 30. По 30. Убирай не хочу, называется. Да не хочу. Не, энергетиков немного. Ну, меня забыли спросить. Максимум. Все, я бегу. Как это я так? Он так быстро набивается, что я не успеваю просто. Вот, Оля, ну почему ты жадничаешь? Поставь еще домой. Так, ладно, идемте уже здесь, в этот угол посмотрим. Хотя я все время хотела посмотреть на это здание. Но если учитывая, что это здание ни о чем, просто так, то то может тут быть то же самое. Так, ладно. Опять она у меня глюканула. Девочка пропала, девочки нет. Черти что. Так, 40. 90. Поехали. Сорок. 90. Поехали. Потом еще раз на повторе. Оля, поставь помощь. Оля, будь хорошей девочкой. 90. Помощь набивается мгновенно. Ее надо ставить. Так, что я опять сюда? Ладно. Если меня тянет чистить в этом углу, так и будем делать. А тут сколько дикой рожи. Обратите внимание. С ума сойти. Знаете, отправилась на арнику. Нет. Энергетики более или менее. Энергии хватает. И есть где взять ее на домашнем. Но не для этого я отправилась, а чтобы немножко хотя бы сделать энергетиков. В хоросте тоже попадается. Полетели. Конечно, есть еще плюс 50, но тратятся. Да, маловато будет.
хоть что-то. Упс. Поехали. На этой стороне веселье уже продолжается. 150, 135 и погнали, как говорится. Было бы желание чистить. Ну, смотрите. 55%, час 43. Медленно и уверенно. Ну, очень уж медленно, конечно. Мне не получается нажать ниже, посмотреть, сколько я лошадок отпустила. Так, деревцо. Тут еще уголек. Раз, два, три. Ну да. Уголькам нет предела. Так, помогать. Уже можно. И чтобы не прозевать. О, и еще большой камушек. Если что. Ой, это чего? Это 60. Так, тут 40. 90. У нас 45 преграды. Ой, пошло. Смотрите, опять 120, 75. Это сколько? 50. Они просто бывают разные. Бывает на 50, а бывает на 60. Типа надо догадаться. Вот такой вот веселый островок. Итак, прошло 2 часа, у меня 66%. Да, мало. Так, это знание тоже просто так. Ну, я надеюсь, возможно, за 3 часа или 3 с чем-то я почищу. Ну, меня можно поздравить, у меня такого не было. Уже очень давно у меня закончились плюс 40 полностью. Нет, плюс 50 у меня еще есть, а плюс 40 уже нету. Лабиринты были же. Поэтому как-то так, не скопились. А этот остров довольно-таки интересный, скажу я вам. И все, что даже это было, все ушло. Ну, пока есть. Я верю в удачу, что все равно все почищу. Ну, и пока продолжаю расчистку. Ну, вы знаете, я, наверное, видео буду заканчивать, потому что реально затянулось, а я потом вам напишу в комментариях, за какой период времени я дочистила остров. А видимо, мы все-таки будем заканчивать. В принципе, я вам показала все, что можно было здесь посмотреть. Открыто фактически все. Остался вот неоткрытый только маленький пятачок. Ну, я уверяю вас, там ничего интересного нету. Там наверняка опять-таки большие камни и очень большие камни. Все как обычно. Все как на этом острове. Что у нас? Это у нас 35. Ну вот мы сейчас кусочек пройдем чуть-чуть. Хотя уже, в принципе, я даже не вижу в этом смысла. И так уже видно. Уже выделяется, что там все крупное. Так, Клим. В санях не хватает места. Но... Это что у нас? Опс, 45. Ну, это еще под силу. Хорошо, хоть не 60, потому что плюс 20 у меня тоже закончились. Есть, сам, ну, есть плюс 100, конечно, есть плюс 50, 60. Ну, как-то вот так вот чистим. Так... 39 40. Ой, максимум очков. Ну все, видео я заканчиваю. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока.